Благоустройство 11 округа не останавливается ни на минуту. Здесь во многих дворах в течение лета появились яркие красивые штакетники у палисадников. Двором выше наконец-то заработал приподъездный фонарь. За минувший год депутату Евгению Субачеву удалось сделать очень многое в плане ремонта улиц, благоустройства дворовых территорий, ямочного ремонта. На средства депутата между домами 16 и 16А по улице Орловской был отремонтирован междворовой проезд. Во дворах появились лавочки. С огромной благодарностью о депутате отзываются и учащиеся школы номер 4. Ведь в этом году на спортивной площадке их школы наконец-то было восстановлено освещение. Теперь заниматься спортом ребята могут и после 6 часов вечера. Каждый раз жители округа обращаются к депутату Евгению Субачеву с наказами. Все обращения фиксируются и прорабатываются. Ничто не остается незамеченным. Вот и на этот раз, благодаря плодотворной работе и согласованным действиям с подрядчиками, оперативно и качественно уложили новый асфальт от улицы Уральской до улицы Романенко. Напомним, что каждую первую среду месяца депутат по 11 округу МИАСа Евгений Субачев проводит встречи с жителями в школе номер 4 с 6 до 7 часов вечера. Вирджиния Грей, Сергей Максимов. День за днем. Итоги недели.